Это Ньютон Кингс шопинг-центр. И посмотрите, уже сейчас, конечно, уже практически он, шопинг-центр закрыт. Я направляюсь в один из магазинов, который еще открыт. Ну, пока это все здесь. И, кстати, к сожалению, на камере не передается, как это все переливается. Очень жаль. Я вам покажу, какие здесь магазины есть. Что это у нас? Это у нас белье. И мы сюда обязательно придем. Линджери, right? Welcome to this shop. Это что это у нас такое? Не знаю, что это. Это подарочное. Вот. Это вот такой магазин. Что это? Это, насколько я помню, мужской магазин. Не хочет фокусироваться. Да, это мужское. Это я сама не знаю, что это. А, это Тики Макс. Как я могла не узнать? Кстати, заходите в Тики Макс. Тут можно найти хорошие бренды по хорошим ценам. Так что, ну как по хорошим? Я бы не сказала, что уже очень по хорошим, кто ищет совсем дешево. Потому что сейчас цены очень поднялись. И если раньше, допустим, за 100 фунтов можно было купить что-то экстра такое хорошее, брендовое и интересное, то сейчас за 100 фунтов нет. Начинается все от 200 фунтов и выше. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 и даже 1000 и даже 2. Так что, ну, здесь я не буду вам ничего показывать, потому что здесь ничего интересного нет. Ну, как на мой взгляд. Лично я люблю что-то такое хорошее, брендовое. Хотя, может быть, кому-то могло бы быть интересно. Хорошо, пустой магазин. Зайду, гляну, что тут есть. Как раз они сейчас раскладывают товар. Ну что, в общем, желаю всем добра. Главное, здоровья. Здоровья всем.